Всем привет! В этом видео я расскажу, как можно получить полный набор стикеров от Burger King России. Ну что ж, начнем. Для этого вам необходимо будет перейти по ссылке, которую вы увидите в описании под видео. Вы переходите, и сразу у вас выскакивает вот такая группа Burger King Россия. Вы вступаете в данную группу. Далее пишите сообщение «Я хочу стикеры». Вот я написал, вот нам сразу же и ответили. Мы отвечаем, что да, мы хотим стикеры. Теперь нам необходимо ввести кодовую фразу, которая находится в сообществе Burger King. Мы заходим снова-таки в данное сообщество и видим фразу «Я тебя раскурячу». Данную надпись мы должны ввести в сообщениях. Я пишу «Я тебя раскурячу», восклицательный знак. Так, все правильно. Вот видим, мы получили подарок в виде набора стикеров. Их всего лишь 8. Чтобы получить больше, нам необходимо написать снова таки да. Далее нам необходимо будет выполнить задание. Это закурячить селфи с упаковкой Chicken Free. Естественно, мы этого не будем делать. Я уже предварительно скачал готовую картинку. Сейчас попробуем ее загрузить. Нажимаем «Фотография», «Загрузить фотографию» и выбираем первую попавшуюся нам картинку. Нажимаем «Открыть», нажимаем «Отправить». Пишет у нас, что не пытайся меня накрутить, я уже видел это селфи. Ну, не расстраиваемся, сейчас снова берем данную картинку. Сейчас открываю данную картинку и нажимаю «Изменить». Вот моя картинка, нажимаю «Изменить». И здесь проделываю вот такие действия. Просто закрашу немножко фон. Это чтобы наверняка. Закрашиваю фон. Естественно, вы сможете просто готовую картинку уже скачать по ссылке в описании под видео. Вот я закрасил фон и теперь ее отображу по горизонтали. Вот мы так изменили картинку, точнее. Нажимаем сохранить и снова таки сейчас попытаемся загрузить данные типа селфи в кавычках. Нажимаем фотография, загрузить фотографию. И выбираем нашу переделанную картинку. Нажимаем «Отправить» и ожидаем. Мы получили полный набор стикеров. Наш способ прокатил. Теперь мы можем пользоваться полным набором. Сейчас я вам покажу. Вот наш полный набор. Было у нас 8, а стало намного больше. Порядка 20 штук всех стикеров от Burger King. На этом все. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!